Привет, вы смотрите Черное море каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии, и, конечно же, загляните в описание. Нажмите кнопочку еще под видео. Сегодня у нас 4 апреля. По-прежнему хорошая погода, однако похолодало. Температура воздуха сейчас около 16 градусов. Народу на улице полно, море волнуется. Вчера вечером прошел дождь и был сильный ветер. Погода немножко переменилась. Уже нет такой жары, как вчера днем. Но по-прежнему в целом тепло. Дует легкий ветерок, а люди, посмотрите, загорают на пляже. Погода очень даже хорошая для загара. Купаться, конечно, по-прежнему прохладно. Температура моря около 12 градусов. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал. Ставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите Черное море каждый день. Всем пока!